Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Saints Row Get Out of Hell. Собственно, в прошлой серии мы довольно неплохо побегали, понавыполняли кучу заданий. Я немножко еще побегал за кадром, то есть захватил почти всю кузницу, тут там еще один квартальчик остался, чтобы было 100%. Давайте сегодня повыполняем задание на лояльность, все-таки. Вот это задание мне нужно еще поговорить с двумя, то есть с близняшками и с этим, с Владом, Дракулой. Верность Дейну, верность Бороде, верность Шекспиру. Это тоже все про то же улучшение. Ну давайте заряды все откроем. Мне не надо твоя помощь, я знаю, куда мне лететь нужно. Деловой квартал для начала. Тут же мы, наверное, и освободим, собственно, забыл, как это называется, ну, там, где пентуха нарисована. А потом уже поговорим с Владиком. Там у него тоже есть такой райончик. Да и тут еще один район. Как раз три осталось их. Но перво-наперво близняшки. Ну, погнали, чё. У меня почти все улучшения, что я мог найти, в принципе, поэтому... Ну, то есть... Все, что я мог прокачать, понятно. Что вас тут до хренашки развелось, конечно. Ты куда? Проблема в том, что чем дольше я затягиваю с ними, тем больше их приезжает. Поэтому надо решать эту проблему быстро. Есть. Ну все, погнали отсюда. У меня тут еще и других дел полно. Gotta find more of these things. Ну да, не помешает, конечно, но мне они пока не к надобности. По крайней мере, не к большой. Давай ускоряйся, что ты как этот. О, я вас и нашел. Не, это плохое оружие. Давайте дроп испытаем. Что это за дроп такая? Ну слазь нахер. Мне, кстати, надо где-то отсидеться, потому что на меня уже охоту открыли. Еще рядом эта штука. Чем она была где-то, когда я взлетел аж. Может где-то здесь? Need the rest of wings. Черт. Ну да. Во-в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 о. Тут приземляйся. Blackbeard kinda sucks at hiding these things. Вот эту вот, кстати, механику, которую они передерли с прототайпа,
Ну, классно передерли, тут не вопрос. Это еще в четвертой части было офигенно сделано. Но, блин, они ее усовершенствовали. И вот именно это усовершенствование делает такую изюминку игре просто. Вот считайте, вот именно вся эта фишка делает саму игру. Так, разворот полный. This is what I'm talking about. Вы не удивляйтесь, что я кружу просто так, я просто хочу, чтобы скинулась известность. А кто-то меня выцеливает. Yeah. Снайпер сраный. Воу, серьезно? А, подожди, иди-ка к папочке. Давай. Не понял. Anyone got a map? Вы откуда взялись? А ну пошли нахер. Сейчас известность скинется, тогда я, наверное, включусь. Так, ну вот и все. Мы уже почти, кстати, подошли ко второй границе. О, эффективность. Ну конечно же. Очень полезная херня. Чем дольше будем летать, получается. Полезно. Элемент. Ага, все, три элемента теперь есть. Я, правда, не знаю, зачем я их открывал, но по сути-то. Давайте еще перезарядку качнем. Толчок, да, почему нет? Что самый охеренный элемент. Там бонусы я прокачал. Бонусы я все прокачал. Оружие. Винтовка аж на 10 будет. Дробовик. Да не нужен он мне. О, пистолет из двух рук. Недурно. Это тоже на 10 откроется. Надо будет пойти действительно пистолеты взять, а не те арбалеты дурацкие. Вот они. Они, конечно, прикольные, но именно тем, что у них прицел есть. Такое. Не знаю. Может, просто надо привыкать. Но... Так, все. Где он? А вот он, шпик. Вот тупо то, что они не автоматические. Давай, отключай эту херню. Get the fuck out of here. Чё там, улучшения какие-то новые появились? Level up, замечательно. Размер аптечек. Охеренно.
первым делом тут надо качать здоровье, но мы практически бессмертны, поэтому ладно. Вдруг людей качать не буду, вот именно спринт надо покачать, оружие. Что там новое? О, пистолет-пулемет сдох. Это почти все деньги уйдут туда. О, ко всей расплате. Охерен. А, прям вот это вот на максимум. Ну, на допустимый максимум, разумеется. Так, ну и давайте, а чё? Где близняшки-то? Самое время к ним наведаться. Так. Ой, что-то там. О, близняшки. Здорово. Здорово, девчонки. We're standing in a parking garage. I don't like it either, but Centerpool isn't giving us many options. I can't believe they tried to force us out. I can't believe you forgot the mimosas. I think we have bigger problems. I don't think you realize how much I love mimosas. Ха, спокойно. А почему они с Гедом? С Гедом не поговорили? What did you do? Is now really a good time? We can wait until we're done shooting people. Well, I'm great at multitasking. Remember when we offered you a deal on that airplane and you responded by killing everyone? Yeah. It's like that, but worse. Не, ну я не то, что чувствую прям вину, но вы сами идиотки начали... Ого, нихера себе. Вы сами идиотки начали работать на этого дауна. Какие могут быть претензии ко мне-то, собственно? Ты даже и не думай. Все, прекратил думать, да? Молодец. Я выйду, пожалуй, да? Я думаю, он догорит. А где последний-то? Спускайся оттуда, мразота. Эй, Виола! Thought you should know that Kinsey misses you. Really? That's so sweet! Who's Kinsey? You remember Kinsey. She was that hacker that Matt Miller hated. Isn't she crazy? You know, she really grows on you. Ну и здорово. Это еще что такое? Водилы, конечно, из вас говно. I'll fuck your world up. Ой, слышишь, это что такое? Go! А ну подожди, сейчас мы тебя молотком попробуем. Блин. Да харе гореть-то, ну. Ладно, пошел в жопу. Что-то не получается у меня молотком. Воу-воу-воу. Граната. Как тебя убить, придурочный? Все? Вроде. Я знаю, что туда надо. Блин, вот это плохо. Ну, это не лорд, само собой разумеется, но... Не! Охереть. Там еще... Там еще красивое добивание, по идее, должно было быть. Ну ладно. After being reunited in hell,
Kiki and Viola wasted no time in doing what they do best. Facilitate the running of businesses. However, the De Winter Sisters' success did not sit well with other would-be power players in Hell. The sisters' operations all came under attack at once, forcing them on the run. Soon, the twins found themselves on the receiving end of an offer they couldn't refuse. After all, it was better to own 1/5 of something than to be dead. Слышь, а чё сюда не попал этот мудак в маске и остальные придурки? Этот в татуаже, причём пацаны с второй части там эти. Now let us help you. Here's a little something made popular by another group of sisters, the Gorgons. Чё это? А ну да, вы же мне дали силу новую. Этот заряд мне знаком. Диверсия, броневики. Давай-ка, обучи-ка меня этому делу. Alright, Dane's letting us use his old tour training room to test out your stone blast power. Круто, два дикла. So go ahead and blast these demons to turn them to stone. After they're petrified, you can use your pistol to shatter them. Boom. Boom. It's easier every time. Hey, we're trying to teach you how to use Stone Blast here. Ой, всё. Stone Blast is especially useful on flying demons like this one. Промазал. Ты это, мудак, прекрати. Ты почти что? All right, now let's see you drop a few more. Ну-ну-ну. Просто ж вашу траекторию надо предугадывать и все, да? Это не сложно. A blast will also take down the shield of a dark insider, leaving it vulnerable to gunfire. I think you've got the gist of it. All right, let's go. Ну, верните мне, пожалуйста, мой толчок. Так сказал, верните мне мой толчок. Жесть. Еще двойняшки. Так, надо еще к одному пацану сгонять. У меня будут все силы. Разгоняем мы к Владику. Черт, хотел открыть, но не открыл. Ладно. Сейчас прямиком туда, значит, будем дуть. Gotta pick it up. Повыше надо подняться. Хорошо. This seemed like a better idea when people weren't trying to kill me. Они не пипли. Do this all day. Go. Ты чё, охерел, что ли, мразь? Что это вообще такое? Не понимаю. Ладно, баним отсюда вам. Что-то херня получается. Навтыкают меня сейчас. Ну как, не навтыкают, конечно, но все равно. Видно. Что-то поприехали какие-то машинки, но, наверное, это мне в поддержку все-таки. Здорово, ребята. Come
Ох, ты хера вас. Не. Полная ерунда. Как мне тут отбиваться? Вот в чем вопрос. У вас тут хреново туча. Так, я даже не знаю. Ну, наверное... Будем бластать вас, а как? По-другому. Давайте вниз. Ну и дохера ж вас, блин. Ой, слышу, у меня там здоровье что-то. Не ахти много. Давай куда-то сюда, наверное. Ой, блин, этот проклятый мудак. А, блин. Вот это сложная точка. Успел. Есть. This is good for the soul. Чё за хрень? А, ты? Это ты там? Меня постреливаешь, мразота. А, нет. Ух ты. Тварь. А эти дурачки снизу, да? Ну да. Там еще один призыватель остался. Нет, не один. Не успею. Anyone else want a turn? А где второй? Да ёб твою мать! А вон он же где. Я не успел. Burn, motherfucker. Чё, застряли в лестнице, да? Ну, это уже не важно. Это уже не важно, парни.
Меня еще кто-то сбивать пытается. Хереть можно. Че, перезаряжай свое тупадень. Вступим в неравный бой. Это будет третий. Или четвертый. Четвертый, по-моему. Слышь, давай попробуем. Ой. Ну да. Вставайте, господи. А он телепортируется еще, мразь такая. А. Но у меня, в принципе, осталась одна ракета. Ой. Ой, все, короче. Да восстанавливайся, не это самое, не выматывайся много. О, нормально, работает. Ненадолго, конечно, но работает. Ну, так гораздо проще с вами разбираться. Вот и все. Изи. Devil better step up his game. Это была, кстати, сложная башня. Аж четыре этих. Это ж не башня, а это адская дыра, как ее назвать-то. Так, телепорто. Телепорто мне пока что не нужен. Давайте посмотрим. В каждом квартале, по идее, по одной этой пентухе. А, еще две осталось. Ну да, вот одна пентуха. Вот вторая пентуха. Че, погнали? Не, к Владику быстрее. God, this feels good. Пошел ты нахер. Зато мне делать больше нечего, знаешь, только твоих ракет уворачиваться. Ну давай попробуй на такой скорости меня нагнать. Она нагоняет. Херово нагоняет, конечно, но нагоняет. В тюрьму? Нихера себе. Владик, тебя за что в тюрьму-то посадили? Владик, график Дракула. Я так понял, пробиваться с боем придется, да? Это тюрьма? Let's follow. It's getting right. Господи, блядь, Иисусе. Это Дракулу сюда посадили? Какой кошмар. The horn on the bus goes beep, 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 beep,
Что с тобой сделали? Подрывайся. What if they wanted to torture you? Why'd they use the short version of the song? Is the short version? Oh yeah. The wipers on the bus go swish, swish, swish. The homo on the bus goes heh. I've got like 80 of them. Давай спускайся оттуда, хрень демоническая. Бейте диджея. Не понял. Мне показывают, что он... Снизу. А как он может быть снизу, если... Уже так? Нет. Залагала, что ли? Похоже. Ой. По идее, так. Давай с контрольной точки. Залагала, походу. Ибо я не знаю, где этот мудак соспаунился. Под землей, что ли? Ты что, дурачок, что ли? Где он? Вставай. What if they wanted to torture you, why'd they use the short version of the song? This is the short version? Oh yeah. The wipers on the bus go swish, swish, swish. The hobo on the bus goes heh. My mom had like 80 of them. Так, а ну. Немножко не то. Блин. End this infernal music. Infernal music. Come, let us return to my castle, so we may plot our next steps in proper surrounds. Ужасная тюрьма. Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word, and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies.
Угу. Ну это хорошо. Это хороший союзник. Однозначно. Ну и последняя сила, которую нам передает, по идее. Стигийского холодного камня, да? Аура. 4 для быстрого усиления. Emboldened by the power of song, Jezebel set out to find the one man that could save her from her impending nuptials. Fortunately for her, Johnny's trail of destruction wasn't too hard to follow. One night with any lover, but you have to punch a panda. Do you do it? Ooh, good question. Хороший вопрос. Mr. Gat? Who are you? Well, I'm a... We're not doing that again. Oh, okay. I'm Jezebel. Good to know. What are you doing? Threatening you. You're not marrying the president. I don't want to marry the president. Wow, that was easier than I thought. My dad's making me do it. What now? Now I'm holding you hostage. You don't need to do this. Yeah, that's what hostages always say. No, like, you really don't need to do this. I'm here to help you. Johnny, yeah, but I already have the gun drawn, so, Are you kidding me? Maybe. Not sure yet. I'm kind of winging it. Can you wing it without the gun? It's a comfort thing. Not for me. What do you want? For you to put the gun down. Get used to disappointment. You sound like my father. What? He's always telling me that life is about misery, not happiness. That dreams only exist to make people forget. Они, кстати, чем-то похожи. Именно Джонни Гетт и... Man, that's depressing. Devil. Being the devil's daughter sucks. What do you want? I want to punch my dad in the face. We're gonna get along. Круто. Мы явно подружимся. Of course, Jezebel was speaking metaphorically, but Johnny didn't notice. Jezebel was eager to help Johnny in any way she could, and vowed to find a way to sneak him into the palace. Johnny frowned at the seemingly arbitrary amount of time required for Jezebel to find a way to sneak him in. But he accepted the fact that without traditional missions, this was the best way to further the story. Как всегда в своем репертуаре. Чё там? Влад. Вернуться к Владу. Сделать паузу. Найдите удобное место для отдыха. Посмотрите трущобы. Ну, погнали, чё? А где звук, кстати? Не особо понятно, куда он пропал, но музыка вроде играет, а вот... Спасите Дэйна. Ладушки, ладушки, сейчас разберемся. Я же в лаве стою, ебана мать. А чё, кстати, не сбилось ни у них хера? Да блин, этот сраный снайпер. Пошёл бы ты нахер. О, блин. Три штуки опять. Ладно. Ну, хоть на этот раз оно сработало и позбивало с них щиты.
Блин, не мешай мне, я пытаюсь этих демонов поприкончивать. Сука. Тут меня хоть не достанут. Наверное. Хера. Все равно кто-то умудряется. Ладно, значит, надо поснимать этих снайперов сразу. Пошел в ванну, тварь. Не попал. Предсказуем. Подъем. Мой звук вернулся. Не полностью, конечно. Но он, по крайней мере, хоть немножко вернулся. Твою мать, спасите черную бороду. Вы серьезно? Давайте мы этого сначала прикончим. Нужно спасти черную бороду. Ну, погнали. Сатана, короче, разозлился однозначно и решил... Бабах! Подъем, борода! Хорошо. То, что поломался звук, это меня вообще ни разу не радует, но ладно. Пошел нахер отсюда. Из каких пор тут эта херня появилась? О, спасите Шекспира. Ну чё, замечательно, погнали, давайте. Сегодня серия спасений будет. Ну точнее, конец серии будет посвящено спасениям наших недодрузей. Скорее, даже не так друзей, как союзников. Ходим по красоте. Собираем эти фишечки. Жаль только, что вот звук поломался, но я думаю, не думаю, что это большая проблема прям. Можно было взять, но не взял. Ну да ладно. Так, и надо взять вот что-то вот потяжелее, да? Так, один рейди. Второй тоже рейди. Шекспир, подъем. Еще остаются близняшки. Надо гнать приблизительно в ихнюю сторону. А, еще Влад. Так, погнали. Что-то похоже, этот самый Люцифер принял решение, решил нас искоренить. Хочешь извести своего противника, сначала изведи его союзника. Не помню, откуда это, но знаю одно, слова это крайне мудрые.
Да я сейчас потеряюсь тут среди домов. Че, прямо на дороге, что ли? А, нет. Ох ты, вашу ж мать. То есть, получается, близняшки попали в самую жопу. Ссылка. Ох ты, ёб твою мать. Надо бы отойти немножко. Да хватит гореть-то, ну. Сколько у тебя хп, придурочный? Ладно, давайте так попробуем. Блин. Тут их теперь двое. Ну супер, просто блеск. Как с вами разбираться, конченое создание? Ой, пора еще и уходить отсюда. Все, блин. Да ебана мать, я уже не это самое, не осознаю, что тут происходит. О, аптечка. Да еб твою мать. Все, сейчас я умру. Нахер вас, близняшки, я лучше поживу немножко подольше. Фью, сложновато. Блин, и ты меня догнал, ну. Не, это тоже не работает. О, я придумал. Не, нихера, бежим. Говно идея. Ой, все. Что-то какой-то трэш, угар, садомия пошло этих. Понапризывали этих конченых. Ой. Ладно, дорогие друзья, давайте-ка, пожалуй, на этом закончим. Двойняшек мы уже спасем в следующей серии. Я думаю, что, ну, то есть, игра скоро подойдет к концу. И, собственно, скорее всего, следующая или будет еще две серии. Но она уже скоро закончится. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.